Всем привет! И в этом видео расскажу вам, как установить зомби-мод в GTA 5, скачанную или лицензионную версию игры. То есть именно тот зомби-мод, который используют многие блогеры, как Мистер Кей и так далее. То есть, может, вы видели разные обзоры зомби-апокалипсиса. Это будет именно тот мод, который используют блогеры. Итак, для того, чтобы установить зомби-апокалипсис GTA 5, вам нужно перейти по ссылкам в описании. Нам нужно будет 4 файла скачать. Сначала скачиваем зомби-мод. Зомби-нет последней версии. Первая ссылка в описании. Нажимаем «Загрузить». Загружаем. Далее переходим, вертаемся назад. И вот видим, какие нам нужны файлы. NetFramework 4.5, если у вас нету, обновите. И вот эти файлы тоже, если у вас не будет работать, обновите их. Далее нам нужен ScriptHook 5, который я уже выбрал. Нажимаем на него «Скачать». И ScriptHook 5 Net тоже нажимаем на него «Скачать». Тоже будут ссылки в описании. Сначала скачиваем Native U 1.7. Вот этот zip-архив, скачивание пошло, закрываем его. ScriptHook 5.net, последней версии zip, закрываем, скачали, закрыли. И download, закрываем его, скачали уже. И все. Далее видим настройки, F10, запуск, этом ремонт и так далее. Я более подробно после запуска игры вам расскажу, как пользоваться данным модом. Итак, приступаем к установке. Заходим в мой компьютер, диск D, Games и GTA 5. Далее, показать в папке, то есть те файлы, которые мы загрузили, будут находиться в папке загрузки. Вот они. И в папку с игрой копируем ScriptHook 5. Он у меня уже есть. Вы копируете ScriptHook 5 DLL и Dinput 8. Он у меня же есть, так я заменяю его. Заменили ScriptHook 5 Net. Тоже заменяю, так как он у меня уже есть. Заменили. И далее переходим выше и создаем папку Scripts. Прописываем так же, как здесь. Scripts должно быть написано. И в папку Scripts копируем Native U вот этот файл, который будет в описании ссылка. Скопировали, есть, закрыли. И сюда же копируем папку scripts zombie-mod. Вот так вот зашли и вот это вот скопировали его сюда. И закрыли вот этот файл. И сейчас будем запускать нашу GTA 5. Напоминаю, папку scripts и zombie-mod. Вот тут он находится. И закрываем. И сейчас запускаем нашу GTA 5 и будем проверять, как он у нас установился. Запуск игры. Напоминаю, переходите, пока игра загружается, переходите ниже в описании, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будут следующие ролики. Если этот ролик наберет 500 лайков, я сразу же опубликую видео, как установить Police мод на пиратку или же на лицензионную игру. Так, ждем, пока наша игра загрузится. Также смотрите в описании или переходите в вкладку в канал. Там есть ролики подробные, как устанавливать моды автомобилей, трейнера, как спавнить машины и так далее. То есть много роликов, мап-эдитор. Дальше будут следующие ролики, как заменить стандартную карту на повысить текстуры там карт и так далее, повысить FPS. Ну, разные будут ролики, есть уже ролики на канале, так что смотрите, подписывайтесь на канал, ссылки мои всегда без вирусов и так далее. Ну, смотрите, вот есть у нас в правом углу стамина и thirst, не знаю, что это означает. Стамина — это выносливость, и hunger — холод. Холод, то есть у нас мод успешно установился. Для активации мода нужно нажать клавишу F10.
Нажимаем клавишу F10. И вот наш мод установился. Наш мод. Сейчас я... И вот выбираем наш Infection мод. Есть. И видим, на карте у нас появились значки людей, значки зверей, как людей, зверей, ну и так далее. Там можно смотреть далее. И вот видим, наши зомби появились. Быстрые зомби включаем. Так. Сейчас мы будем их валить. Вот они, наши зомби. Можно E нажимаем, то есть есть. Забрать у них немного жизней, выносливости и так далее. Много зомбаков. Игра только началась. Далее. Вот сейчас у нас будет. Ну, смотрите, вот уже один за нами бежит. Перекрыли дорогу. Это именно тот мод, который обозревал мистер Кей на своем канале. Кто хотел установить, пожалуйста, устанавливайте. Можно даже переходить в продуктовый магазин. Здесь, ну, разные настройки будут. Может, сделаю потом подробный обзор этого мода. Будем дальше. Ну, стреляем только в голову. Как стреляем, то он их не убивает. Стреляем в голову. Туда все. Вот так. Автомобиль брать мы не сможем. Это автомобиль нужно починить. Сейчас здесь будет потом создаваться дружественный отряд. Нужно будет к ним добраться там, и с ними сможете защищать город. Вот наши зомбаки бегают. Здесь есть разные настройки этого мода. Быстрые настройки, то есть голодные зомби и так далее. Где они? Вот уже один за нами. Но это нужно идти в центр города. Там будет больше всего зомбаков. Посмотреть даже вот. Вот они на дереве, короче. Зомбаки наши. Все. Спасибо за просмотр. Переходите на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какие ролики хотите увидеть следующими. Буду записывать далее. Ну, настройки можно менять. F10, там нажимаете, и сможете увидеть более подробно, настроить ваши моды. А именно этот мод, который я сейчас вам показываю установку. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. До свидания. Всего хорошего.